كما فازت في لقب الزمالك. Vainqueur des Internationaux de France 2009, et elle remporte son deuxième titre du Grand Chelem, le premier à Roland-Garros, Svetlana Kuznetsova. Говорят, ты в шоке, не понятно. Я еще в образе. Я еще в образе финальном. То есть я вышла на матч просто играть в матч, и все, и как бы выиграла. Пока что, честно говоря, не понимаю, что произошло. Ну как, ну, 2-0, ну, что произошло? Нет, ну, выиграла, и все, как бы супер, да, на этом жизнь заканчивается. Просто радость большая, и все, будем праздновать. Что было коронным твоей там подачей на вылет? Что на самом деле было? Мне кажется, я просто играла свою игру, не думала, что это финал. На ней было очень много давления, я просто играла лучше. И ты была лучше? Ну, сегодня, да. Мисс Кузнецова, felicidades. Put the tower behind. Let's send that, please. Hong Kong! Let's send that. See you tomorrow. Bye.